Новый хедж-фонд планирует создать команда Morgan Creek Capital. Директор компании Марк Юска уверен, что за технологией блокчейн стоит будущее, поэтому Morgan Creek Capital собирается привлечь до 500 миллионов долларов на криптовалюты и инвестиции в блокчейн. Купив венчурную компанию Full Tilt Capital в Северной Каролине, новый фонд будет токенизировать недвижимость, долги и другие виды капитала для продажи их инвесторам. Если Morgan Creek удастся привлечь планируемые 500 миллионов долларов, что составит около 25% от всех активов под управлением компании, то созданный фонд станет одним из крупнейших криптовалютных хедж-фондов в мире –